Заход номер два. Всем доброе утро. Как меня видно и слышно? Но я вижу, что меня слышно. Надеюсь, что тоже видно. Привет, привет, ребят. Я надеюсь, все подтянулись, все, кто хотел. Здорово. Как настроение? Пишите в чате. Миш, привет. Привет, Лиль. Боевое? Отлично. Я сегодня из Тихорецка вещаю. Вот. Поэтому немножко непривычно. Но тем не менее. Ребят, сегодня у нас заявлена тема «Личный бренд в Инстаграм. Рекрутирование». Поэтому предлагаю начать. Мы и так немножко задержались, подождали всех. Вот. Итак, мы сегодня разберем с вами непосредственно методы, которыми можно рекрутировать, то есть приглашать людей, да, к нам в команду через социальную сеть, которая Инстаграм называется. Давайте сразу разберем схему и посмотрим, что будем делать. Ребят, перед тем, как начнем рекрутирование, проверяем моменты, которые сейчас видны у вас на слайде. Это оформление шапки, то, о чем мы с вами говорили в первом семинаре, по-моему. Если у кого есть желание, можно его пересмотреть, там более подробно эти темы разбирали. Оформление шапки, то есть в шапке у вас должно быть обязательно написано именно то, о чем вы будете писать, и фотографии, чего вы будете выкладывать дальше и ниже, особенно первый топ-9. То, что смотрит человек, как только заходит на вашу страницу, и первое, что он видит. Второй важный момент – это активная ссылка в профиле. Обязательно, сейчас у нас куча ресурсов, на самом деле, для того, чтобы сделать красивую себе ссылку. Сейчас у меня, например, стоит сайт, но я обратила внимание, кстати, что ссылка на сайт не настолько хорошо пользуется популярностью, как сервис MSSG. У кого есть еще вопросы по поводу того, как оформить такую активную ссылку, задавайте, пожалуйста. Лили снимала недавно видос по поводу оформления как раз MSSG. Я, наверное, в ближайшее время все-таки обратно на него вернусь, посмотрим, что изменится. Посмотреть вы это можете, кстати говоря, в статистике, если у вас установлен... Если у вас установлен бизнес-профиль, то у вас есть возможность зайти в статистику и посмотреть те изменения, которые произойдут с вашим профилем, если вы будете либо сервисом MSSG пользоваться или просто выставлять наш сайт в шапке. Следующий важный момент, чтобы у вас в вашем профиле было не менее 50 качественных публикаций. Ребят, если будет меньше, то человек, который заходит на вашу страницу, понимает, что она у вас создана совершенно недавно, не будет такого хорошего и большого интереса. Подписчиков должно быть не менее 1000, и количество подписчиков должно быть больше, чем подписок. Варианты для того, чтобы на новом профиле побыстрее количество подписчиков у себя увеличить, вы можете посмотреть, вариантов масса. Один из них сейчас вам расскажу. Этот вариант, которым я пользуюсь, вы заходите на страницу к любой из звезд, то есть и у человека, у которого достаточно много подписчиков, заходите к нему в профиль, подписывайтесь на него, и следом у вас выходит графа «Рекомендуемые». Это, то есть, те люди, на которые подписаны на этого человека. И подписывайтесь на 20 этих рекомендуемых. Делайте заходы каждый час. Таким образом, у вас получается 20 подписок в час. Это не так много, и в лимиты это укладывается. И таким образом в час накручивается достаточно хорошее количество подписчиков от 10 до 20, примерно такая цифра за один час. То есть в день вы можете увеличить количество своего трафика до где-то 50 при 5 заходах, например. Это был один из вариантов, на самом деле, как увеличить количество ваших подписчиков в интернете, в Ютубе. Очень много вариантов, как это можно сделать, так что смотрите, изучайте. Давайте идем дальше. Сегодня предлагаю рассмотреть схему действий с одного аккаунта, то есть мы с вами рассматриваем, и чат также назвали «Личный бренд»,
Поэтому сегодня поговорим непосредственно о том, как рекрутировать с одной страницы. Как это делать с нескольких страниц, я думаю, мы поговорим еще в других с вами, на других семинарах. Поэтому сейчас сделаем акцент именно на действиях с одного аккаунта. В один заход перечислено то количество действий, которые необходимо делать. Рекомендуемое количество заходов в день 5. Интервал между заходами где-то 1-2 часа. То есть вы делаете 60 подписок на целевую аудиторию. Обратите внимание, что это должна быть именно ваша целевая аудитория. О том, как ее определить, мы тоже с вами общались. И мы проводили один большой семинар и давали задание в нашем с вами чате. Поэтому этот семинар можно будет пересмотреть для того, кого интересно. 30 лайков по ленте ставим. Именно получается, что это ваша целевая аудитория непосредственно. 20 комментариев по ленте не о работе. Здесь понятно? Или есть какие-то вопросы? Задавайте в чате, если есть. А дальше это 10 комментариев в группах города, не о работе. Какие у нас группы города? Из тех, что я нашла, это Саратов, Саратов 64, английскими буквами Саратов 64, Саратов Лайф. Вот. Ну и другие, например, не такие популярные, как Горпарк Саратов, Набережная Саратов. И другие вы также можете найти группы, в которых можно будет оставлять комментарии и непосредственно вести уже диалоги с людьми, которые непосредственно живут там, где живете вы. Это достаточно удобно для того, чтобы создавать команду рядом с собой, в принципе. 10 директ-присоединений не о работе. То есть 10 директ-присоединений в час можно делать. Это такой лимит, который... Программа позволит вам делать. Делать это можно. Что такое директ-присоединение? Вы пишете на отвлеченные темы любым людям, которые вам понравились. Заходите в профиль, смотрите. Если этот человек привлек ваше внимание, можно писать. Пишите о чем угодно, о том, что вас сейчас интересует. Потом, по возможности, вы переводите разговор на бизнес-предложение и дальше непосредственно ведете переписку с таким человеком. Посты размещаем в Инстаграме от 1 до 3, в зависимости от ваших возможностей и желания. Слишком много спамить тоже не нужно, потому что людям начинает это надоедать история. Вот, поэтому 1-3 поста в день выложить необходимо. Опять же, таким образом вы создаете органический трафик на свою страницу, и именно люди, которых вы заинтересовали, к вам начнут переходить. На 6-й день желательно снизить активность примерно в 2 раза, для того, чтобы аккаунт отдохнул, для того, чтобы модераторы не увидели вашей сильной активности, если вы ее реально будете проявлять тем методом, о котором мы сейчас с вами поговорили. Давайте дальше. Я отдельно написала для вас лимиты для старых и новых аккаунтов. Старый и новый аккаунт отличается тем, что новый аккаунт – это до 6 месяцев, старый – это после 6 месяцев, и лимиты для них разные. Примерно разница в 2 раза. Если со старого аккаунта вы можете делать подписки плюс отписки 60 в час, то для нового 30. Но при этом примерно не более чем 1500 в сутки вы можете делать. Соответственно, в 2 раза меньше для нового аккаунта. Ребят, подписки и отписки считаются как одно действие. Поэтому, если вы сделали в час 60 отписок, то подписки в этот час не делаем. Занимаемся подписками в следующем часу, потому что в этом часу вы уже израсходовали свой лимит. Потому что они идут как бы в совокупности, вместе, подписки и отписки. Ну, дальше вы посмотрите сами в схеме. Лайки и количество комментариев, оно одинаковое. Опять же, в 2 раза меньше для нового аккаунта и в 2 раза больше для старого, не больше примерно 1500 в сутки. Добавление фото, если это у вас старый аккаунт, то каждый день вы можете добавлять не более 15 фотографий. Если у вас есть желание свой аккаунт раскрутить и количество публикаций увеличить, можно это делать. Но сразу, как только вы создали вашу страницу, не более 5 фотографий можете на своей странице разместить. Лимиты обязательно необходимо знать, потому что баны и блоки в Инстаграме тоже существуют, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны и осторожны для того, чтобы Инстаграмы свои профили к странице не потерять и пользоваться ими как можно больше, дольше. Да, подписки и отписки в один день можно делать. И домашнее задание, в принципе, предлагаю делать то, о чем мы сейчас говорили с вами. Отправляем отчеты в чат по личному бренду в Инстаграм.
И у меня сегодня родилась такая мысль о том, чтобы сделать подарок тому, у кого будет первая регистрация с холодного рынка таким методом. У меня есть классная электронная книжка по тайм-менеджменту, я недавно ее купила в интернете, поэтому я с удовольствием ее подарю тому, у кого будет первая регистрация с Инстаграма. Я думаю, что мы с Лилей еще по поводу подарочков и награждений поговорим, потому что у меня есть идеи. Вот, да, я предлагаю стимулировать ребят, которые реально активно рекрутируют, потому что именно рекрутинг спасет мир и нас в частности. Конечно, да, подарочки, я думаю, нужно дарить. И две мотивашки для вас в конце нашего сегодняшнего семинара, которые вы сами сможете прочитать. Я думаю, что это те вещи, которые для нас в первую очередь необходимы. Поэтому предлагаю действовать и идти вперед. Ребят, если нет никаких вопросов, то на сегодня у меня все, что я вам хотела сегодня рассказать. Следующее, что необходимо делать, это заходить в чат личного бренда. Кого еще здесь нет в чате, пожалуйста, добавляйтесь. Или пишите в личку, я добавлю. Там мы общаемся по темам, которые разбираем на семинаре. Семинар обычно проходит раз в неделю. Теперь семинары будут проходить во вторник, по вторникам, и мы с вами во вторник будем разбирать то, что делаем в Инстаграме, делиться с вами опытом, мотивировать друг друга и двигаться только вперед. Рассказать, что я делаю в день, все ли успеваю. Нет, я не успеваю иногда все, у меня обычно не получается делать 5 заходов, для меня это сложно сейчас. Я также вместе с вами сейчас буду наверстывать и делать то, о чем я сейчас вам написала. Это для меня в первую очередь мотивация тоже. Вот, я делаю директ-присоединение, я ставлю лайки и все остальные вещи, о которых писала, но не в том пока количестве, в каком необходимо для того, чтобы выйти на одну регистрацию в день. Те вещи, о которых я вам сегодня рассказала, если их в совокупности системно делать, то одна регистрация в день будет с холодного рынка. Вот, поэтому мне тоже необходимо работать над количеством именно действий, которые я делаю в день. Но я сейчас добавляю тем, что я еще рекрутирую на теплом рынке. У меня достаточно много еще знакомых осталось, с кем я еще не общалась, поэтому у меня пока есть возможность совмещать эти два метода. Но тот, кто рекрутирует исключительно на холодном рынке, рекомендации я дала. И если на теплый рынок не выходите, да, можно, конечно, Маш. Если на теплый рынок не выходите, то, пожалуйста, активно именно рекрутинг в Инстаграме. Такой, Маш? Ага. Давайте я еще листану. Для кого нужно, делайте скрины. Да, вот это лимиты, которые на сегодняшний день актуальны. Ребята, обращайте внимание, что буквально, там, я не знаю, месяц или полтора месяца назад эти лимиты, они были другими, раза в два, а то и в три больше. И сейчас эти лимиты уменьшаются, и мы все ближе и ближе переходим именно к качественному рекрутингу для того, чтобы не спамить, а общаться вживую с людьми, которых мы хотим пригласить. Задавайте, пожалуйста, ваши вопросы, если они еще есть по Инстаграму или, может быть, еще какие-то вопросы у вас появляются по ходу. Я с удовольствием отвечу, потому что сейчас у нас еще есть с вами время. Если нет вопросов, тогда давайте расходиться и рекрутировать. Подожду еще минутку. Пожалуйста, пожалуйста. Да, прокачку не забывайте, ребят. Про прокачку, да, давайте еще. У нас есть чат в Инстаграме. Этот чат организован Яной Бельской. Те, кто туда не добавлен, пожалуйста, тоже говорите об этом. Мы это сделаем. Прокачка – это очень важная вещь. После того, как вы кидаете пост, да, о том, о чем мы говорили с вами, 1-3 поста в день, очень важно, чтобы этот пост вышел в топ и вас увидели. Увидела в первую очередь ваша целевая аудитория. Для того, чтобы этого добиться, недостаточно просто выставить пост с теми хэштегами, которые вы обычно выставляете.
Очень удобно и правильно участвовать в прокачке, для того чтобы... вот сейчас в прокачке чуть меньше 300 человек. Конечно, качают не все и не всегда, потому что у нас есть три времени. Запишите, кому это необходимо. В Москве 8:50, 12:50 и 19:50. Это время, в которое мы выставляем посты. У нас есть 10 минут для того, чтобы прокачать этот пост. И, соответственно, те люди, которые в этом чате тусуются, они тоже прокачивают ваш пост в ответ. Чем большему количеству вы прокачаете этот пост, который человек разместил, тем больше вам вернется, соответственно. Таким образом, увеличивается количество подписчиков у вас сразу. Вы выходите в топы, и вас становится более видно по сравнению с другими публикациями на странице, по тому хэштегу, который вы указали. Поэтому обязательно участвуйте. Лили подсказывает, что удобно ставить будильник, да, действительно, за несколько там десятков минут. Удобно поставить будильник для того, чтобы вы помнили о том, что необходимо размещать эти посты. Это, в принципе, все. Со всеми прощаюсь тогда. И до встречи в чате «Личный бренд». Давайте начинать рекрутировать на холодном и двигаться к нашей целевой аудитории. Всем пока-пока. Всех очень приятно было видеть. Отличного дня.